Правда ли, что жена императора Александра I не смогла жить без любимого супруга? Это история с Азаровым. Елизавета Алексеевна скончалась через год после смерти самодержца по пути из Таганрога в Петербург. Всю жизнь она сторонилась публичности, и ее кончина породила массу слухов. Поговаривали, мол, утопилась в пруду от горя или ушла в монастырь. Именно в это время под Новгородом появилась некая послушница Вера Молчальница, которая дала обет тишины. Долгие годы протокол исследования тела императрицы был потерян, и только недавно ученые отыскали этот документ, подписанный лейб-медиком Елизаветы. Выяснилось, что государыня страдала врожденным пороком сердца и прожила она 47 лет лишь потому, что существовала в тепличных условиях, а Вера Молчальница – дочь генерала, которая получила психологическую травму из-за развода родителей.